Одна минута до третьего звонка. Фойе театра «Самарская площадь» заполняется зрителем. Все в ожидании открытия третьего межрегионального фестиваля «Волга театральная». Мы говорим, что это праздник для нас, но это праздник и для нашего города. Потому что Самара – город театральный. Свидетельствует это и о том, что ни на один спектакль фестиваля, ни на одну площадку билетов уже нет. Вот это очень приятно. Честь открыть первый фестивальный день выпала театру «Самарская площадь». Давали «Вишневый сад». Далее на протяжении недели спектакли будут идти параллельно на разных площадках. Для Самары принимать фестиваль такого уровня очень престижно. Поэтому городские власти оказывают всестороннюю поддержку «Волге театральной». Это престижно для города, но самое главное, благодаря фестивалю нам удалось установить культурные связи со всеми субъектами ПФО. Это очень важно, потому что чем живет театральная общественность в Перми, в Ижевске, в Казани, в Нижнем Новгороде, нам доселе, как говорится, было неизвестно. Но фестиваль помогает окунуться в культурную жизнь этих городов и обогатить наше культурное пространство. Уверен, что этот фестиваль, как всегда, станет фестивалем открытий, фестивалем состоявшихся постановок, актеров. И я думаю, что всем вам, в первую очередь зрителям, предстоит еще одна неделя насыщенной театральной жизни. С чем вас поздравляю. Фестиваль продлится до 30 сентября. За эту неделю покажут 14 спектаклей. Их привезли из Казани, Ульяновска, Ижевска, Набережных Челнов. Главный приз фестиваля мечтают получить все, но важнее всего – с честью представить родной город и свой театр. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.